В стране усиливаются меры социальной поддержки семей с детьми. Кому положены выплаты и каков механизм реализации очень важной президентской инициативы, рассказали специалисты Пенсионного фонда России по Чувашской республике. В течение 3 месяцев семьи, в которых первый ребенок был рожден или усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, получат по 5000 рублей. Денежное пособие будет начисляться с апреля по июнь. Получить его смогут теперь все родители, независимо от права на материнский капитал. Дополнительно с 1 июня семьи, где есть дети от 3 до 16 лет, получат по 10 тысяч рублей. Средства выделят разово на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня 2020 года. Почти 210 тысяч таких детей. Очень нужно правильно заполнять вот это заявление. При ежемесячной денежной выплате в размере 5 тысяч в течение 3 месяцев и единовременной выплате граждане должны быть гражданами Российской Федерации и дети их должны быть гражданами Российской Федерации и проживать на территории Российской Федерации. К сожалению, и единичные случаи, и такие у нас имеются. Значит, также в случае лишения родительских прав мы будем отказывать. Возможно, у таких семей и в случае смерти обоих родителей дети могут находиться под опекой. В таком случае, значит, опекунам будут выплачиваться, опекуны должны обращаться за вот эти, за этими выплатами, за единовременной выплатой. Подать заявление можно до 1 октября. Сделать это может один из родителей через единый портал госуслуг с указанием данных о рождении ребенка и реквизитов банковского счета для перечисления. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В отдельных случаях родители могут обратиться и в клиентские службы. Опекунам и попечителям, например, необходимо обратиться лично в пенсионный фонд. Это связано с необходимостью предоставления решения суда, которое в электронном виде не выдается.